травку косим. Вот сейчас она нагрелась. Надо, чтобы он это сама не нагрелся, не сломался. Ему надо вот 30 минут косим, минут 5-7 отдыхаем, чтобы он остыл. И дальше опять косим. Как трава высокая, сухая, ну и температура на улице высокая. Машина греется, ну вот так. Это самое. Ну как покосили, допустим, надо маленько, чтобы они остыли. Ну как с перерывами, так сказать. Ну а когда выкосим, это уже время покажет. Пока держим. Ваше отношение к тому, что косят траву в городе? Прекрасно. Я не против, только за. Ну, как вы думаете, это нужно делать? И хорошо ли это делают? Да, делают хорошо. Я считаю, что нужно. Для чего? Чтобы чище город был. Аккуратнее все это смотрится. Вот так оно и есть? Да.